Я знаю, Марио на Денде. Кто-нибудь шарит за Челси, может, подсказать что-нибудь? Да. Ничего не понимаю, делаю вид, что шарю. Даже не успокаю, как Галя! Хорош! Ну что, друзья, всем здорово, с вами я, Пандос FX, Савичий. Как вы можете заметить, я довольно-таки в непривычной обстановке. А сегодня у меня, хотел бы сказать, в гостях, но я сам в гостях. А вы знаете где? Я в Лига Пап сижу со своими друзьями. Вот они слева направо. И не чай, Good Max, Серега Кефир, Денчик Фломастеров, Генчик мой любимый, а Акул, Клен и Форза Резоль. А ты тварь. Ай, блядь. Для чего мы все сегодня здесь собрались? Конечно же, для самого главного и важного в нашей жизни. Это поиграть в фифку. А вот в какую? А вот в какую? Узнаем прямо сейчас. В частности, мы с Генчиком, кстати, это мой соперник, познакомьтесь. Всем здравствуйте. Да. Хотели бы поиграть в фифку 2008, да, если не ошибаюсь. Можно я вытащу? Нет. Ну я чувствую, что у меня получится, да? Блин, ну Генчик. Ну ладно. Я хочу сам. Два хитрожопых хоббита. Почему? Ну потому что я чувствую, что там на машине. Не, никаких потасовок. Никаких потасовок, все максимально. Я тоже согласен. Пусть акула тогда выберет. Ладно, давайте вытащим нейтральный зритель. Хорошо. Смотри, мы хотим поиграть в 2008 фифку. Вот прямо от души, чтобы было. Хорошо. Вот я так мешаю, кручу. Беники, беники, ели вареники, еники, беники, пас. Что 2008? 2008. Она? Сойдет. В общем-то, мы будем играть фифку 2012-ю, Бавария-Челси, тот самый легендарный финал по пенкам, помнишь? 3-4, счет, 1-1. За какую команду ты хотел бы сыграть? Бавария или Челси? Я за Челси сейчас, это в моде. За Челси? А я тоже за Челси, и как быстро. Кстати, это, кстати, знаменитый финал Челси против Челси. Можете на Ликинхоу скинуться. На Ликинхоу скинуться. Давай, конечно, давай. Стандартная. Раз, два, три. Раз, два, три. Челси. Погнали. Погнали. Ну что, друзья, вот мы и оказались на поле. Бавария против Челси. Я, естественно, беру Баварию. А Генчик решил взять Челси, потому что выбора-то, в принципе, у него не было. Ну, как видите, у меня уже Канте есть на поле. В принципе, можно начинать. Так, я думаю, что я зайду... Сейчас взглянем на составы. Да, настройщики, составчик будет. О, Дидье! Здрасте! Ну слушай, я боюсь, он тебе не поможет, потому что у меня есть Робен. 90-й Робен. А что это у него там за медали, погоны какие-то? Это, типа, что это такое? Специализация, вообще? Мне кажется. Фернандо. Да. Марио Гомес, чувак. Ты помнишь вообще такого футболиста? Чувак, я знаю Марио на Денде. Это все, что я знаю. Тимощук! Я не могу его не выпустить. Я в основу Тимощука пускаю. В Давид Луиза кто-нибудь верит, пацаны, нет? Луис Густаво, отлетай. Так, кто тут еще есть? Тони Кросс. Кто-нибудь шарит за Челси, может, подсказать что-нибудь? Я за Баварию играю. Ничего не понимаю, делаю вид, что шарю. Я делаю вид, что я киберспортсмен, короче. Так, скорость, да, это сделать. Ты себе выстрелишь в ногу, чувак, не лезь в эти настройки, не надо, давай играть. Все, полетели, я сделал все, так, быстрая тактика. Хотелось бы напомнить, что сейчас на часах 6 часов утра, самое время. Самое время рубануться. Да все, я его и так вынесу, полетели, давай. Надеюсь, ты играешь. Давай, Кацелик, сделаем. Давай. Ты далеко собрался вообще? Смотри, давай, бей. Давай. Начали, все! Ладно, поехали. Тебе повезло просто, на самом деле. На! Блин, чуть не сработало, подожди. Я хотел центр поля ударить. Не, никаких центров поля. Опа. Нет. Блин, подожди, я еще не вошел в игру. Так, подкаты. Ага, все. У меня вообще ничего не получается. Ничего. Слушай, страшного. Мы только начали. Подожди, ты не паникуй раньше времени. Блин, FIFA 12. Я помню, обгоняли ее в свое время очень долго играл. Тогда еще на ПК-версии бегал. Блин, легендарное было время. Смотри, пошли здесь атаки какие-то. Ну, что, далеко ты собрался? Бум! Опа, интересно. Слушай, это. Опасный момент. Не самая плохая идея была подать на Дидье Драгба. О! А ты, да что за... Что это такое? Ой-ой-ой, давай, беги! Беги! Слушай, я почти... Значит, навес на Марио Гомеса равно гол. Хорошо, я буду иметь в виду. Слушай, пока тяжело дается. Понятное дело, мы не каждый день играем в FIFA 12. Когда последний раз играть, даже не вспомню. Даже не вспомню, как играть!
Хорош! Мануэль! Опасный момент. Господа, ноу-лук, ноу-лук. Ой, ну посмотрите, какое пижонство. Гол! Как ты забил? Реально? Да! Купился, продался. Отвлекающий момент. Так, Герт Мюллер на поле. Я здесь. Опа! Нет, 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 не сегодня! Выходной! Что ты делаешь? Вы что делаете? Что происходит, блядь? Я немного потерялся. Пошел! Так, Мануэль, у Клёна там флешбеки какие-то. Офигеть! Лэмбор на поле! Опа, все, полетели. Рабен! Рабен, давай, давай! Не надо никаких замахов. О, сработало! Сработало! Дальше опять у тебя. Подача! Взял! Марио Гомес! Кто мне там подсказывал вешать на Марио Гомес? Я понял. А что вы подсказываете моему оппоненту? Навешу! Я навешу! Не было ничего, не было никаких пенальти. Анатолий, Анатолий! Блин, все началось. Все, просто навес? Нет, не вздумай, не вздумай. Ой-ой-ой! Еще! Вот. Бавария. С двух! С какой-нибудь! Пас! Да блин, да что так плохо? Кто там бежит? Рабен. Опять Эшли Кол. Да что ты пролетаешь? Блин, друзья, очень потно. Да очень, да как это летит? Как это бежит? Пошел паровоз Сапсан! Что это за лошадь? Где Драгба? Я немножко с вами... А где джойстик? Где джойстик? Где джойстик? Ты с собой забрал. Где джойстик? Ты с собой забрал. Надо было ртом... Да что ты подсказываешь ему, блин? Пусть поискал бы еще. А вот, поищи там вот. Ой-ой-ой, Швайнштайгер! Швайни! Пенальти? Подожди, пенальти. Или что, или это офсайд? А, это время закончилось. То есть судья такой, почему бы не свистнуть? Я побеждаю. Да я не горю, у меня все хорошо, не переживай. Все под контролем. Галешка, забей. Как ты так ускоряешься? Ну! Я в шоке просто. Прошу прощения. Все. Я просто нажимаю на любые кнопки, мне сейчас получается. А, надо просто на любые кнопки нажимать. Окей, хорошо, так, ладно. Надо как-то попроще играть. Надо попроще играть. Надо попроще играть, а я что-то мудрю. Пожалуйста! Тихо! Ничего не было! Ничего не было! Отстань от меня! Давай, Марио Гомес! Марио Гомес! Да уйди ты! Это вообще честно? Честно! Я корпусом играю. Нет! Это 4, тот 2, самый 2, отличник, 2, который 2, мутит 3, схемы, 1. Что-то пытается 3, сделать. 2, я не готовился, прогуливал вот и выигрывал. Нет, 4, вот и все. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Вот это вот? Это чемпионская, да. Слушай, а ты нормально себе коллегию собрал? Да, они все за меня болеют. Штаб такой, знаешь? Не, я тебя... Не, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Спасибо, пацаны. Да как он эти прокидки делает? Да, ну да, есть такое, Максик, да? Давай! Как ты спёс? Почему там усой? Гомес. Гомес подает. Опа! Ну, блин, ну отскочи мне на ногу! Карту не вижу. Оп! У Гены просто одна тактика. Он берет мяч и бежит вперед. А почему нет? Разве это плохая тактика? Не, тактика отличная, базару ноль. О! Ты чё? И ничего не было, там брейкданс, ну, можешь показать? Вообще ничего не было. Марио Гомес! Марио Гомес! Ой, давай, Рибери! Скарфейс! Скарфейс! Один-один, Рибери! А можешь мне трубочку, чтобы я вот так сидел? Ну все, сейчас, да? Гол в раздевалочку будет, 90-я минута. Если бы ты вот это закинул, это было бы хорошо. Я, да, я немного фантазирую, ребята.
Я просто... Опа! Опа! Вот здесь овес пройдет! Нет! Мама! 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 Да! Как я не забил! Как? Просто как! А где дряблинг мой, пятизвездочный? Вот оно, вот оно, Рибери. Подкат. Да какой? Он испугался только твоих советов. Тихо, подожди, матч еще не закончен. Еще дадут, да? Все. Все? Че, давайте пенки побьем. Все как в реал лайфе. Все как в реал лайфе. А мне что делать? Так. И направление. Как тебе такое? По центру. 0,5-6 по центру. Давай. Они не знают, пить. Да блин, ты как в сторону ударил? Стой по центру, нет. Тихо. Хорош! А как в сторону бить? У меня проблемы. Пошла пушечка. Ген, давай тоже бей по центру всегда. Ты скажи, как бить в сторону. Во! Нет! А, то есть не подглядывай сам... мне! То есть ты сам не знаешь, как я бить в сторону. Я вообще не понимаю, как это делать. Так я делаю стиком. Типа зажать нужно? Да. Типа вот нажать и держать? Зажать. Вместе с тем, как ты на зелёнке попадаешь. Прожать. Тот туториал прям. Мимо. Да блин! А, Ген, да? Да какого хрена? Ребята, кейса. У меня ситуация сос просто. У тебя сос ситуация. Давай. Ну что, давай поговорим о жизни, как там твои дела. Ну, в принципе, нормально. Бей пенку по центру. Блин, я хочу научиться бить в сторону. Ну. О, вот так вот, я научился. Не знаю, как я это сделал, но... Я понял. Понял? Не понял. Давай, давай. Нандо! Ты тоже внезапно научился? Внезапно бывает всякое. Пацаны, влево, вправо. Это все? Это все? Нет, нет. Решающий. Я все забиваю, все, да? Че, Андрюх, я забиваю? Давид Луис, он должен забить. Да, ребята, вот так вот обидным образом заканчивается наша серия пенальти. Гена Миллер выигрывает, соответственно, я отлетаю. Спасибо тебе за игру, дружище. Да не за что. Ты не облился, все хорошо? Все хорошо, все замечательно. Все хорошо. Это только начало, потому что бад безалкогольный, где можно раздобыть? Лига Паб. Именно в этом месте можно прекрасно отдохнуть, посмотреть футбольчик и выпить бад безалкогольный. Помимо этого, поиграть в фифку. Приходите сюда. Вот мы свое отыграли. Спасибо опять же тебе за игру. Я говорил что то, что делать? Я тебя выиграл. И я ты меня выиграл. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкусики, оставляйте комментарии. И всем спасибо за просмотр. Так, все, давай какое-нибудь шоу покажем. Там а-ля там. Окей, ты бьем через себя, там, издалека там. Ну, вот без, без этого каталого типа. И давай, если кто-то это... типа проигрывает, ну, тот, ну, типа, подается второй, чтобы там не было 1-0 там, да, я тебя понял. Ну, не слишком очевидно. Френдли игра, блядь, чисто.